«Инстинкт хищника». Великолепная десятка голов на чемпионатах мира. Скилаччи, сборная Италии. 1990 год, чемпионат мира в Италии. Гол, ворота сборной Ирландии. Оуэн, сборная Англии, 2002 год, чемпионат мира в Южной Корее и Японии, гол в ворота сборной Дании. Герт Мюллер, сборная ФРГ, 1970 год, чемпионат мира в Мексике, гол ворота сборной Италии. Лято, сборная Польши, 1974 год, чемпионат мира в ФРГ, гол в ворота сборной Аргентины. Зико, сборная Бразилии, 1982 год, чемпионат мира в Испании, гол в ворота сборной Аргентины. Бирдсли, сборная Англии, 1986 год, чемпионат мира в Мексике, гол в ворота сборной Парагвая. Роберто Баджо, сборная Италии, 1990 год, чемпионат мира в Италии, гол ворота сборной Англии.
Утрагеньо, сборная Испании, 1986 год, чемпионат мира в Мексике, гол ворота сборной Дании. Росси, сборная Италии, 1982 год, чемпионат мира в Испании, гол ворота сборной Бразилии. И, наконец, номер один. Роналдо, сборная Бразилии, 2002 год. Чемпионат мира в Южной Корее и Японии. Гол ворота сборной Германии.